если разбирать планеты. Максимальные скачки у меня лично. Это, наверное, между струны. Шестая, четвертая, шестая, третья максимум. Не-не, имею в виду, когда проходит цинковая гамма, да, по всем струнам. Слава Богу, ты укажи место. На самом деле она всегда двигается в районе корпуса гитары. Просто нужно примерно от конституции твоей руки нужно понимать, где у тебя удобная точка. Вот, допустим, у меня, вот если играть, в любой из вас может подойти и меня остановить. И вы заметите, что я ориентирую примерно вот на эту полосу. Свою, у меня рука так стоит, что если я играю, то, допустим, если я на шестой струне, то вот эта полоса у меня находится на пятой струне. Ну, руки, да, у всех она есть, как бы, ну, у каждого рука разная, как бы, поэтому, ну, это примерно в этих пределах. То есть это примерно в этих пределах находится. То есть нужно просто посмотреть один раз, запомнить. Естественно, когда ты проходишь, грубо говоря, так, на две струны одно положение, ну, грубо говоря, потом идет сдвиг, на следующие две струны, сдвиг, на следующие две струны, а потом подъем. А если постановка руки такая же, как у Анжела, то есть без грушки, упираешься? Ну, это самое, я тебя прекрасно понимаю, но дело все в том, что в данном случае я рассматриваю, будем так говорить, альтернативу немножко с другой точки зрения, да? Не будем сейчас говорить, там, нравится или не нравится Анжела, там, да? Замечательно, все здорово, он играет, там, все быстро. Ну, как бы правильно сказать, если у тебя, если ты хочешь хотя бы как-то где-то найти приоритеты, ну, по крайней мере, поищи их хотя бы перед Эрией, ну, не важно. Ну, из-за того, что он так играет, у него... Проблема. Кривая игра. Честно говоря, я доказывать, конечно, я этого не буду, но я уверен, что со временем это будет понятно. То есть, как бы не то, что... Ну, это не Гилберт по точности, уж точно будет любой согласен. Ну, нет там такого идеального звука. Потому что Гилберта вообще было сложно заменить там мистер Биги. Даже такой человек, как Костен, пришел, сказал, такой правой руки я в жизни не видел. Мы его когда заставили играть эти партии. Нет, ну, у Анжела совершенно другая техника, по-моему, он пальцами работает, да? На корпусе гитары. Или как-то вот так. Ну, что-то там такое, опирается на корпус гитары. У него пись работает, кстати. Ну да, что-то такое видел. Скажи, пожалуйста, а пись вообще зажиматься может его конкретно? Зажиматься? Значит, самое страшное для игры вообще, это, конечно же, загнать, во-первых, руку правую, с одной стороны, правая рука может пострадать очень сильно. Вот. И если у кого-нибудь знакомое ощущение, что нервы стреляют в пальцы, это означает, что прекращать играть надо примерно на какое-то определенное время. Вот. А с левой рукой. Примерно, да? А? На какое примерно время? Если игольчато нерв стреляет в палец, то я думаю, во-первых, обязательно, не стесняясь и не думая о том, что Мэриан лох и тут что-то неправильно сказал, идешь к врачу. Не, я просто спросил. Да, то есть как бы. И я думаю, ну, минимум месяц. Месяц, наверное, тебе придется. Потому что была одна проблема, сейчас, одну секундочку, была одна проблема, я их, ну не одна, их много было на самом деле, люди заигрывали руки, потом просто, это даже плохо кончилось. Ну, дуркой это могло кончиться у одного, один басист заиграл руку, вы только не представляете, что был басист. Играл как Билли Шрифт, да, вот, пытался, там, мечта была у него, ну и играл, действительно играл, достиг там неимоверных результатов по скорости игры, там, да кое и все. В этот прекрасный момент выстрелил нерв, который потом описывал. И знаешь, что происходило? В жизни он нормальный. Вот его рука, он там курит сигарету не вопрос, он там берет чашку не вопрос. Гитарь ему подносит руку, и этот палец указательный подгибается, и он ничего не может сделать. Это комплекс. И от этого комплекса он не смог так до сих пор избавиться. Ему пришлось научиться играть этими двумя пальцами.
Представляешь, какая беда? И так он не заиграл. Ну, с сегодняшнего дня не играет. Потому что вот этими двумя пальцами ногу уже не наиграешь. Там не та техника. А если ничего не болит? А? А если ничего не болит? Я не понял. Нет, если ничего не болит, но рука периодически как-то зажимается. Зажимается? Да, зажимается, то есть тяжесть в руке. Ну, это на самом деле, мне кажется, заниматься надо. На самом деле у всех зажимается рука. Ни у кого она не бывает свободной изначально. Любой человек, он должен понять состояние. Ведь, опять-таки, то, что я объясняю, как она должна встать. Понимаешь, да, если ты будешь ее держать неправильно, она у меня зажмет. Я не смогу ничего сделать, понимаешь? От неправильной постановки, конечно. У тебя придется зажать идет от того, что рука неправильно встала, и все. Если ты правильно поставишь, однозначно ничего не будет. То есть людей по скорости сильно играющих достаточно мало. В мире, даже если так взять. Ну, их можно по пальцам пересчитать, там, Эмпили Дерри, там, Пол Гилберт, то же самое Майкл Анджело, да, Стив Стивенс, там много, Петруччи, да. И вот если даже перечислить, ну, дойдешь так нормальным путем до тридцатки. Их немного, и если ты на них на всех посмотришь, у них, как правило, практически у всех одна и та же позиция. В основном. Я не говорю, а есть люди, которые от локтя, скажем, играют? Например, есть. Вот и Пелетери, он играет от локтя, понимаешь, да? Но позиция здесь все равно остается с поднятой костью, понимаешь? Тут она развернута немножечко. Он не то, что от локтя играет, но помогает себе локтю. Это не полная отделая игра, он бы инфаркт получил бы на вторую песню. Это от сердца, ты понимаешь, это напряжение такое постоянно. Он просто тебе помогает. У него локоть работает, но если просто ты начинаешь чуть-чуть быстрее играть. Ну это куда? Зачем? Чтобы что? Родить на сцене, я не знаю. Что? Развивать как? Вообще-то знаешь как, музыка. Вообще-то, именно что касается гитары, это немножечко дело исхода. Тут, к сожалению, вот мне казалось бы, наверное, нужно было вас поддержать, там, осюси-пуси, там, все будет нормально, маленькие мои. На самом деле, гитара самый неблагородный инструмент, который можно вообще, который существует среди музыкальных инструментов. Это кажется. Вот. Это то, что кажется, я могу засунуть себе куда угодно, а теперь факт. Если у тебя мягкие пальцы, на гитаре можно не играть. Очень дело. Существует определенное вещество у того или иного человека, которое позволяет, чтобы подушки были твердыми. И вы сейчас, если проверите, у многих людей вот, подушки просто никакие, они мягкие. Объясняю, в чем проблема. Звук никогда не сформулируется правильно. Ты не успеваешь, ты бьешь ногу, а она еще не зажата, потому что инстинкт тебе говорит, палец прикоснулся, пошел удар. А зажатие ноты еще не произошло, потому что никогда не было такого, ноту берешь, но не у тебя. А она не прозвенела, она не прозвучала. А не зажатие, не дожатие. И на нормальной игре, по крайней мере, не получится. Нет, играть-то можно. Найти даже работу можно. Нормально. Да, нормально, да. Но играть такие вещи, типа, знаешь, допустим, если ты уже говоришь, что технически. Горох. Это уже будет немножко проблема. Пальцы не будут успевать. Можно их затащить. Затащить? Я тебе скажу, ты знаешь? У меня нет такой проблемы, я просто спрашиваю. Нет, на самом деле, я честно, хотите верить, хотите нет. В это же может верить кто угодно, а могут не верить просто все, да? Но я хочу книгу написать. И в этой книге я хочу изложить совершенно все подробности того, что я считаю. Одна из тем, которую вам никто не скажет никогда и нигде. Я вам сейчас скажу, понаблюдайте за этим, вы скажете, это же вообще, блин, просто медик, а не гитарист. Фишка такая, даже не стимулярный аппарат.
Даже элементарно вести вибрированный аппарат. Поэтому не нужно думать о том, чтобы затащить палец. Нужно себя изначально вообще проверить, насколько ты можешь чувствовать пространство. Пространство горизонтальное. Есть понятие, оно лично мое. Ни у кого, я не знаю, как это называется по-другому. Я называю это своим каким-то именем.